У нас самые лучшие. У нас уже цветовая почка здесь, Мир. Ты видишь, цветочная почка. Лунки подходящего размера и кислый торф – все, что нужно молодым гортензиям, чтобы вскоре расцвести. Неприхотливый кустарник на набережной сажают по инициативе предпринимателей. 5000 саженцев городу подарили представители бизнеса. Теперь растение расцветет по всей Самаре. Гортензия – дама неприхотливая, зиму переносит хорошо. Главное, чтобы ей хватало воды. Растение живет 40 лет, поэтому полюбоваться его красотой сможет не одно поколение. Расцветет гортензия к концу июня и будет радовать жителей до поздней осени. Это делается не на один сезон, это делается на несколько лет, потому что гортензия – это кустарник многолетний, цветущий, ярко цветущий. Есть очень много различных его видов. И те сорта, которые сегодня высаживаются вот в рамках этой акции «Года гортензии», они абсолютно разнообразные. Программа «Цветущий город» проходит в Самаре уже второй год. К украшению улиц привлекают общественные организации, частных предпринимателей, волонтеров. Этой весной гортензию сажают и на улице Ленинградская. Получили мы порядка 30 кустов. Вот все их сюда и высаживаем. Есть план высадить, такую сделать небольшую аллейку по улице Ленинградской. Все, что будет высажено, оно будет облагорожено до, так скажем, осеннего периода. Будет поливаться, будет содержаться, ухаживаться в полном объеме. Сажать гортензию в Самаре планируют и на фестивале цветов, который пройдет 17 июня в парке Дружбы. По задумке, там должны появиться клумбы с цветущим кустарником. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, события. Так, берите ее и пойдемте.